девку Орел, вот и брал. Картошечку, картошечку, соус, соус. Есть такая. Там есть такая рубрика «Мой день». И там разные люди, например, описывают свой день. И одна тетка описала свой день как работника Макдональдса. Причем менеджера. Интересно. Мне нихуя не интересно, как она проснулась, как она умылась, просто попалась на глаза. И я подскакаю, побежался, и буквально глазом комментарий захватил. Ее затроллили. Так, нет, такой Макдональдс. Да ты кого пиаришь? Да. Бедная еда. Тебе задание, что ли, такое дали? Вот эти с четырьмя котлетами, я скажу, такую нужно, блин. Какой, четыре котлеты. Ну, что ты делаешь, без голодухи тут можно, блин, хоть 10 их взять, а потом, блин, через 2 часа, блин, такая тяжесть в животе. Заметьте, после Макдональдса, после чего у меня такой нет, если пережрешь их. Да-да. Стаканчики, я помню, впечатление меняет обычно. А еще в Москве, я помню, там пенопластовые стаканчики были. И ты берешь такой чаек, ну такой тепленький, блин, глотаешь кипяток.